Тимочка, Алексей, привет. Добрый вечер. Невероятное происходит. Правда, последний момент мне, ну, на все 100% я не понял еще. Как тебе матч? На самом деле вы ждали. Ждали. Я не знаю, верили вы в первом тайме, что удастся во втором тайме сделать такой камбэк? Твои слова по поводу этой безумной победы. Ну, победа заслуженная, я считаю, потому что мы эмоционально до конца все-таки были настроены, и нам повезло. И при этом мы пропустили, как всегда, зимой, этой зимой, не очень, так скажем, ну, нужные мячи. То есть мы пропустили то, что мы не должны были пропускать. В целом, я считаю, что, ну, мы перед игрой понимаем, что турнирные задачи мы уже не выполняем, никак, даже теоретически. Мы некоторые элементы игры отрабатывали сегодня, так скажем. И у нас это с переменным успехом получалось. Вот мы в конце захотели пятого, ну, нам соперник не очень дал его разыграть, конечно, но все-таки один дополнительный полевой, мне кажется, тоже сыграл роль в последнем эпизоде. Как ты прокомментируешь последний гол? Там стенка, вратарь ушел недоволен соперника. Твое мнение по поводу этого? Прозвучал ли вовремя свисток? Как вообще прокомментируешь? Я не могу это сейчас прокомментировать. Я не очень, так скажем, сориентировался в этом моменте. Я, ну, блокировал одного игрока на штанге и этим был увлечен. Поэтому смогу что-то сказать после просмотра видео. Физический капкан вас утомил сегодня или нет? Нет, я, кстати, больше от него ожидал в плане беговой нагрузки. Но они молодцы тоже, у них есть техничные игроки. Но мы знали, как против них играть. Так что... Мы с победой поздравляем. Спасибо. Благодарю за интервью. Спасибо.